Всем привет, да. Это Outlast 2, третья часть, третья, да. Ну, мы, она переходит на первый план, потому что мы закончили Beyond Two Souls, которая шла по две части за три серии разных игр. Вот теперь Outlast будет по две части, потому что он был второй игрой, которая была не основная, но она была очень недолго. Вот. Такие вот дела. Что-то он тут пробубнил про телефон. Возможно, он что-то наверху. Возможно, мне надо наверх лезть, а возможно, туда идти. Хрен его знает. Пошли, в общем, разбираться. Энергия отключена. Должно быть, у них где-то генератор или что-то такое. Если только эта чертова штука работает на молитвах. А, это камыш. Так, вот, кстати, сейчас будет напрягать, мне кажется, все. Кто-то орет. Мне как бы плевать. У нее нож. Понятно. Давай-ка в дом зайдем. Ты что, дурак, что ли? Ты что, так темно тут? А я не зря закрыл вообще, а то мало ли здесь кто-то есть. Хотя похер. У меня батареек вроде достаточно. Так. Мне нужна батарейка, люди. Так, подвал. А здесь светло. Ну еще бы, в подвале-то было темно. Где такое видно-то? Ой, здесь дверь еще есть в подвале. Еще одна. Ладно, пошли в нее. Я не знаю, зачем сюда зашел вообще, в принципе. А, спасибо. Она закрыта. Закрыта. Замечательно. Хорошо, что мне не надо ее открывать. Это радует. О, балалайка. Или это гитара. Круглая. Хрен его знает. Она что-то бубнит, и я не хочу с ней пересекаться, на самом деле. Мало ли она плохая. Дверь не открывает. Здесь есть что-то вообще... О, сарай. Как же здесь темно, блин. Ты мертвый? Спасибо. Хорошо. Ой. Почему здесь так трупов много? Здесь темно? Здесь пиздец как темно, хочу сказать. Ладно. Окно. Не поворачивайся к спине к папе, ну а то не поворачивайся к спине к Господу. Ты меня видишь? Там кто был? Мы одеты в багряную славу искупления. Хорошо. Как... Что тебе надо? Не иди за мной, пожалуйста. Какие тут психи. Странные. Хер ли им ночью не спится вообще? Чё они все бодрствуют? Мне кажется, даже психам нужен сон. Ну иначе мозг просто разложится и сдохнешь. Без комментариев просто. Нахер сюда зашел вообще, в принципе. О, какая непропорциональная кукла, абсолютно. А еще она жутковат. Очень. Очень хреновая кукла. Не стал бы я... с ней играть. Где, блин, батарейки все? Какого хер ничего нету? Ты долбанутая? Объясни мне. Блин, ладно, пошли обратно. Я не буду включать камеру сейчас. В принципе, тут никого нет, походу. Есть сохранение, просто взял, нажал сохранить.
Ага, понятно, не так это работает, как я планировал. Ну ладно. Чё он... Чё он делает? Ты чё? Мы одеты... ну это она тоже твердит одно и то же. Кто-то фотографирует. Кого-то опять сожгли. Бля. Нет. Залезь под кровать, сука. Ты что, издеваешься? Ладно, у меня есть другой план. Все. Зашибись, ты все не зайдешь. А, ну, как бы... Я не выйду. Понял. Окей. Блин, какая здесь музыка тупанутая. Вот это... В смысле? Ты что, издеваешься? Как ты меня увидел-то вообще? Прыгай! Куда ты, блядь, здесь спрыгни, нахуй! Обманул. Слушай, открой дверь, блядь! Нахер все зашел еще? Он же отсюда вышел, по-любому на все путь держит. Воу, это что такое? Это сценка из Resident Evil 7? А, они что-то выпили, короче. И траванулись. Какие... Как они вообще выживали все это время? Что это было? А, это камера глючит? А, ну это пофиг, вообще-то. Пока все видно, не буду ничего трогать. Нахер оно мне надо. Вот он ходит. Смотрите на него. А ты залазь, залазь, давай. Как спрыгнуть-то? Это бесит. Ну и все, я от него ушел, походу. Блин, что с этой камерой? Ой-ой, ой-ой, уйди. Как он заколебал за мной бегать? Бесит меня. Увязался. А, здесь камера вообще, в принципе, не нужна. Он в этом доме все ходит. Если это подвал какой-то. А, генератор, провода, по-любому провода. Где он? А, вылез. Сидим пока здесь. Так, светит сюда. Ой-ой-ой, ой-ой, уйди. Куда он идет? Неужели сюда ходит? Пошел ты нафиг, почему ты сюда пошел вообще? Ты дебил. А, кривой. Ага. Блин, он дверь закрыл. Бабуль, помоги, бабуль. За мной гонит. А я думала, добрая, она что-то не кидалась, просто стояла. Это было неожиданно. Да какой лифт, ты что так далеко-то? Вот это он бубнил в прошлый раз, когда я включил игру. То, что я не записал как раз, все. Запись. Короче, по домам смысла ходить нет, там нет ничего вообще. А вот тут кто-то есть, смотри-ка. Ладно, я понял, зачем сюда ходить. Обойдем тогда.
принципе, ничего страшного. Обошли, обошли. Дорогу здесь я знаю. Главное, к этой женщине не подходить. Она тоже ходит, что ли? Она забаганная, что ли, была, поэтому стояла? Серьезно? Где бочка-то? Уйди. Что ты здесь встал? Тут нет ничего интересного. Воу. А здесь вообще пройти можно? Ага. Понятно. Охерительная трава. Обожаю ее. Что, бабулька-то ходит? Там до этого не ходила. Мне повезло тогда. Ладно. Хорошо, что не ночью играю, в принципе. Хотя, как сказать, хорошо. Ночью интереснее играть в хорроры. Куда он пойдет? Какая у него дорога? Какого у него дорога? Стоит, пялит туда. На сюда идешь, что ли? Нет, она встала. Нифига, я вовремя залез в траву. Куда ты попёрся? Уйди отсюда. Да ты ебись, ты что лезешь? Чего он все пошел-то? Он все вообще ходит, что ли? Иди в дом. Там тебя трое или четверо ждут добавки. Он заколебал. Он как будто чувствует, что я здесь где-то. Куда ты пошел? Какая у него дорога вообще? У него что, она вообще рандомная, что ли? Ни хрена себе. Лох. Где бочка, бля, бочка? Шиболетом? Кем? Быстрее вылазь. Какого хрена они такие чувствительные? Где я вообще? Так, пошли наверх, а тут хорошо видно все. Сейчас посмотрим, куда идти. Мне кажется, это логичное действие, как в Assassin's Creed. Повыше залез, посмотри, куда пошел. Тебя оттуда не видно, а ты видишь все. Ты сокол. Причем у меня есть бинокль камерный. Он сюда зашел? Че, где он? Так, бумажечка. Бумажечка. Ага, убери. Как это убрать? Так,
Симеон, мне нужно совершенно тайно поговорить с тобой, потому что ты знаком с мазями и лекарствами. Надеюсь, ты знаешь, что я не использую больше слов, чем это необходимо. Когда мы совершаем вылазку в проклятый мир за бензином, электрооборудованием и другими нужными вещами, которые мы не можем сами сделать. Какое-то вообще бессвязное предложение. О чем это речь? То есть он не использует больше слов, когда они выбираются куда-то. В чем смысл этого всего? Я подружился с сыном трактирщика, который продает таблетки для папы. И когда я назвал их веществами для исследований, парень засмеялся и сказал, что телу не нужен пенициллин, если только это не изучает вагины. Ты слышал о таких вещах? Я не хочу спрашивать папу из страха, не знаю чего. Но я и не хочу также случайно отравить его. Пожалуйста, навести меня, Джон. Абсолютно бессвязный бред какой-то, если честно. На чем я стою? Что это за звук? А, банки? Офигенно. Повсюду какой-то свет, но, блин, он... В принципе, этот кадр, кстати, очень неплохо выглядит. Такой, типа, мрачноватый. Давай-ка я его сделаю. Если кадров не будет, то можно будет что-то загрузить. В принципе, очень хороший выбор. Что это такое? Это генератор? Больше на мотор похоже. А. That's gotta be it. If I can find my way back to the elevator. Я могу добежать, наверное. О, блядь! Сука! Блядь! Какого хуя? Еба! Вот это было резко! Откуда она тут вообще взяла? Крышечка! Бля! В смысле, он работает? Это специально сделано, что ли? Ты ебанутая. Дура. Дура. Я сейчас фоткаю даже за это. Меня так ничего не пугало. Они бегают вообще? Можно пройти просто? Разреши пройти. Женщина. Да, я пройду. Не трогай меня, тварь. Не кидайся. Слышишь меня? Дай пройти. Я тебя не сдам никому. Положи нож. Опустите холодное оружие на пол и отойдите от меня. Вот, она молится, есть шанс. Ха-ха-ха-ха. Плохушка. Действительно. Слушай, а может свалить их просто, убежать? Еба, меня напугали. Вот охера. Короче, к хуям палить надо. Глазнут это оно! Пошли нахуй. Врубись! Кто? Чего? Опять это плешивые, что ли? Где она? В натуре она! Хер ты здесь ходишь, иди отсюда, тварь. Не мешай мне бегать. Куда она пошла? Да, господь, как свинья. Блин, что-то, блин, вообще как-то нехорошо это было. Отъебись. Не иди сюда, тварь. Уйди от меня. Какого хера ты все еще прешься на меня? Они специально делают это? Это в игре специально продумано, что ли? Сука. Где она?
А вот она. Удет меня. Ой, как больно! Ты чё? Бежим! Беги, дебил! Догнала! Он еле бегает. Он еле бегает, когда поврежден. Опять-то же отсюда идти. Не, ну да, блин, это... Это хорошая серия. Очень хорошая. Я пройду вот так аккуратненько, ты меня не трогай вообще, и все будет хорошо. Ух. Они прячутся от нее. Вот здесь налево. В смысле, меня заметила? Серьезно? Сейчас музыка исчезнет, возможно, мне повезет тогда. Ты где? Так, наушники еще... Опа. Ага. Ушла. Вроде бы. Сейчас, погоди. Где она? Скажи что-нибудь. Карга! Где ты? Да не думай! Вот тут где-то. Вылазить нельзя. Во-во-во-во, вот здесь. Что ты здесь ходишь? Уйди отсюда. Иди нахуй, говорю. Поехали! Что вы хотите? Я буду ждать покаяния. Ух, блин. Ой, хорошо. Хорошо на лунном свете. Как здесь светло. Вроде. Фух. А тебя за что? Я чужой просто. Ты тоже чужой? А. Бог сохранит тебя, короче. Понятно. Вообще непонятно, для чего это сделали. Куда идти теперь? И баскримак был, конечно, жуть. Будьте осторожны, глазки с теми, что вы... А, это дети? Джессика. Джессика? Я сошел с ума. Где Джессика? Сколько у меня батареек? Бинт. А, ну батарейка у меня... 5. Я не буду песенку переводить, я же не буду. Не хочу. Где это поют? Фу, блин. Да. Понятно. Поехали отсюда. Ну, это не было не особо страшно. Это было очевидно. Это в прошлом опять, да? Бег какая. В натуре в прошлом.
какой-то шахте гребаной. Ну, вообще, некоторые скримаки... Один, точнее, скримак я знаю. Я его еще не видел. Типа, его все знают. Пожалуйста, Блейк. Тихо, блин, я это... Крепкий орешек. Не ори! Сейчас приду. Пожалуйста, Блейк, сейчас будет. Страшно. Мы тут не одни. Да я уж понял. Пожалуйста, Блейк. Он идет. Кто он? Плиз. О, ну-ка, Крым наш или нет? Крым не наш, окей, понял. Так. Америка. Угу. Погоди. Нигер. Судан. Страшно. Ладно, иду, иду. Еба, туда я не хочу. Что-то там темно, больно. А здесь? Ну, конечно, да. Но это просто вход в нечто. Просто в черноту. Прыжок в черную дыру. Тут вообще ничего нету. Охереть, свет. Можно свет врубить? Обалдеть, освещение, конечно. Вы бесите. Пустите, где есть свет, пожалуйста. И кто здесь? Это Джессики? Нахера? Ты серьезно? Все окей. Ничего здесь нету. О, батарея. Огонь, батарея. Огонь, батарею. Так, а дверь? Двери нету. Окей, нахера я сюда шел вообще? Вот сюда что? Ага. Так чё, давай, выскакивай. Нет? Не будешь выскакивать? Куда идти-то? Чё это за звук был? Дверь открыли? Блейк! Джессика? Джессика. Куда? Куда смотреть? О, в натуре дверь открыли. Ёпт твою мать. А? 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 Иду! Погоди. А, тут светло, по идее-то. Телевизор, кто-то повесился, весело тут. Удивительная школа. О боже, Джесс. Иду к тебе. Куда? Черт. Ты что такое? Моллюски. Моллюски школы, вызывайте дезинфектора. А моллюсков дезинфекторы гнобят? Нет? Ой, наоборот. Дезинфекторы гнобят? Ты что, выбежал-то? Отстань! Отец чудовище! Я выпущу твою кровь во дворе! Что происходит? Какого хера? Не бежать? А, бежать, походу. Ебать, у тебя тут... Что за хуйня здесь происходит вообще? Так. Куда? Я тебя снимаю! Ай! Куда бежать-то? А, серия веселая, конечно. Да погоди ты, ё-моё, я только это, воды попил. Почему двери не выбивается, почему их открывать надо? Куда бежать? Здесь входа нет, выхода нет. Блин, гениально. Просто охерительно придумал. Нафиг, только культурные двери закрывает за собой. Куда бежать? Что ему надо?
Тупое какое-то место. Что я здесь делаю вообще? Тут вообще куда-то можно перелезть? А, вот точно. Перелезть можно. Побег. А, блин, ничего не видно. А, вот дверь. Нет, дверь. Нет, уйди, дверь закрыта, я не виноват. Что такое? Ух ты, нихера себе, он ползать умеет. Ух, эпичный побег. Не лезь за мной. Да я уйду. А ты кто такой? Я направо уйду. И что, блин? Блин, как здесь темно-то, а? Спасибо. Освещение мне делает, смотри-ка, что. Отстаньте! Беги, блин, дебил! Ага, так, что сделать? Мишка! Мишка, нет, Мишка! Вот сюда! Фу! Получил! Все, не достал меня, а? Чё? 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 Скотина какая, а? Окей. Окей. А, хорошо, хорошо. Да просто замечательно, дебил. Какого хорошо? Чё здесь хорошего? Ну, в принципе-то неплохо, без детская. Я не думаю, что это страшно. Чё тут ходишь? Уйди отсюда. Не выберусь отсюда, я с другой стороны пройду где-нибудь. Чтоб ты меня не видел. Смотри, к окнам подходит, чтобы пугать меня, что ли? Где спрятаться можно? Залезь под кровать, блядь! Да почему ты не лазишь под кровати? Мне конец. Ничего не знаю, отвали, пошел нахер. Я хитрец от бога. Все. Куда, блин? Сюда, прыгай. Что? Спрыгни, пожалуйста. Погениально. Здрасте, блин. Офигительно. И что мне делать с этим? Куда, блин, где спрятаться? Здрасте, ай, больно же. Куда бежать? Ай, да ёмка. Ну, конечно, если бы они меня там не нашли, это было бы странно. В комнате единственное место, где можно спрятаться, то залез. Просто охерительно. Так, двоих нельзя выпускать. Вот сюда он меня не видит. Кстати, я сейчас спрячусь вот так вот, сяду. Он меня не видит почему-то. В этот момент можно пройти, как раз он пройдет туда. Это я уже понял. Вот, прошел. Я такой... Ключи для плоти. Ага. Хуям. Ага. Все, так-то лучше. Что у нас здесь есть? Как много всего. Ага. В принципе, могу забаррикадироваться здесь вообще, в принципе, вот прям по полной. Но как отсюда выбираться потом? Бля.
Ну, пристал-то. Сюда пойдет, да? По-любому сюда. Почему ты под кровати не лазишь? Ты что за бред, блин? Как отсюда выбраться? Ох, меня это задолбало. Где он там? Он вообще сюда пойдет? Что такой туповатый он был вообще? Ага. Что-то топает. Понятки. Мне вообще нужно на первый этаж походу. Как под кровать залазить, я вообще не понимаю. Их теперь двое здесь ходит? Я здесь не пролезу тогда. Это вообще без вариантов. Плюс я не особо знаю, насколько второй внимательный. Первый вообще тормоз, конечно, по внимательности. Но мало ли второй просто гений. Но он тормоз по реакции. Он пока соображал, что со мной сделать, я взял, перепрыгнул через кровать и убежал. О, стоит. Он ходит то сюда вообще. Мне это вообще не впечатляет. Боже, где он стоит сейчас? Я вот хз вообще. Его не видно. А, он просто взял, повернулся назад, пошел. Окей. Тогда можно, в принципе, стать около прохода, когда он будет сюда пялить. Какая же офигительная музыка. Вот здесь вот встать, пока он туда пройдет, я возьму так, тут я выберусь. Блин, это... Иди сюда, блин! Сколько тебя ждать можно? Вот самое скучное, что здесь вот таких моментов есть. Пройди подальше. Good boy. There he is. Да пошел ты нахер. Серьезно, блин, какой шкаф? Быстрее, блин. Пролезешь? Пролез, отлично. Все, валим отсюда. Херам, пошел. Ни хера ничего не видно. Опять темнота. Он же за мной не полезет? А зачем? Действительно, зачем? Он меня нагонялся за мной, сгонялся, опа. Who are you? Так, она, видимо, здесь давно. А она живая, что ли? Ты что, живая? Серьезно? Думаю, тут происходит магия. Май? Стулья для публики. Я видел ее только потом. Я не мог. Ты о чем вообще? Что ты наговорил? Ты живая? Ну, видимо, да. Может, ее можно освободить как-то? Хотя хер его знает, надо она мне или нет. Фу. Зло. Представляю, какая здесь вонь. Так, здесь бочка есть, это мне не нравится уже. Эх, блин, какие у меня грязные царапанные рюки. Рюки. Рюки! Че? Что это за хрень? Оу. Трупики.
Дерьмо. Ну да, есть такое. А это что, дети, что ли? Да, это дети. Ну, и люди тоже, и дети. Короче, понятно, валить надо. Надо эту Лин найти и валить. Но мы, конечно, этого не будем делать сразу. Нахера? Надо разобраться во всем. Опа-на. Что-то интересное, да? Или вообще нет? Господь знает, что я сделала. И он заставляет меня смотреть на это. Когда я слаба и испугана, не моя вина в том, что Иуда не умел плавать, или в том, что он чувствовал ко мне похоть. Я бы спасла его, если бы у меня хватило сил. Я не сомневалась в тебе, Боже, но, пожалуйста, перестань мучить меня этими кошмарами, которые появляются даже наяву. Я не могу больше смотреть, как он тонет. Прими мою смерть как покаяние. Ведь я ношу ребенка папы Нота, и меня терзают страдания, каких я никогда раньше не знала. Ребенок в моем утробе определенный дьявол. Об этом можно судить по являющимся ко мне кошмарам и мучениям. Я твоя. Что, блядь, они несут вообще? Вообще без предисловий, просто какая-то херота. Куда мне идти, что за тупик? А, окей. Жестко было. Скримак сегодня, конечно, жесткий. Было сохранение, кстати. Я не знаю, это хорошо или плохо. Не знаю, честно. Спасибо, что закрыто. Ох. Да, эта серия страшнее гораздо, чем предыдущие две. Ну, она должна быть так, наверное. С каждым разом все хуже и хуже. Все опаснее и страшнее. Да какого хера ты меня видишь вообще, тварь? Что? В смысле? А ты откуда сзади-то пришел? Он на ступеньках, да? Оу! Ай! Go back! Не согласен. Куда бежать? Оба, спотка! Ха-ха-ха! Вот и все. Вот и все. Что? А! Чего он под хаузом, по-моему, сказал. Епа, убери вилы, ты что делаешь? А если бы меня попал? Ты мог меня убить вообще-то. 1920-1080. Ну, хорошее разрешение. Хорошо, вожди записывай. А, чего? Что? Что ты делаешь? Что за хуйня? Выскользнул! Куда я выскользнул? Блять, капец! Что? Да залезь ты под кровать, в чем дело? Как залазить под нее? Надо бинты, по-моему, искать, да? Церковь должна быть близко. Да. Должна быть. Это было сохранение, нет? Скажешь, что было? Ой, что-то на сегодня, мне кажется... Пожалуйста, пускай побыстрее 50 минут будет. Что-то как-то стрёмно. А там что за дверь-то? Она закрыта, да?
Нет, открыто. Есть батарейка. Фонарик есть, но батарейки нет. Ладно. И так обойдусь. О! Вот и батарейка. А, это бумажка какая-то. Стоп, что так далеко? Так, сейчас выйду. Так, закрой это нахер. Бумага на вес золота. На использование для других нужд, кроме переписывания проповеди нота, нужно получить разрешение священника. Кража или порча бумаги будет караться кровавым наказанием. Конечно, блин, в таких условиях жить. Еще бы бумага не была на вес золота. А будут какие-нибудь спокойные места? Например, в первом классе, по-моему, были они. Или не были. Ух, какое освещение прикольное. В принципе... Не, не. Я хотел кадр сделать хороший, красивый какой-нибудь. Нет его тут. Так. Опа-на, нихера я тебя не заметил. Да. Что здесь было? Вот что здесь было? Кто-то что-то говорил, и на него сбунтовались? What the fuck? Что за хуйня, натуре? Am I losing it? Я тронулся? Чувак, вообще хер его знает. Going to heaven. На пути в рай, боже, до того, как они убили детей. Должно быть, ты любил меня. Я... Что я делаю? What am I doing? Я хз, что ты делаешь? Ты как-то вообще что-то несешь какую-то порой хероту. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь порой. Так, здесь и кадр, кстати, может быть. У, кстати, неплохо. Неплохо довольно-таки, да, я сфоткаю. Я, конечно, не понимаю, куда это загружать вообще такое. Или отсюда. Не, мне кажется, с краю было получше. Так, здесь какие-то двери есть в другую сторону, да? Так, ну, видимо, в эту дверь надо. Ты, блин, так резко их открываешь, ты вообще долбанутый, что ли? Ты можешь потихоньку убирать и открывать? Что это такое, блин? Подходишь в страшное место, берешь так дверь, хватаешь и туда и заглядываешь сразу. Кто так делает? Там потихонечку так хоп, открываешь и смотришь. Потом берешь и спокойно открываешь, уже если ничего нет, то ничего не выскакивает. Я так понимаю, здесь можно, типа, держав дверь, так делать. Но я не понимаю, зачем он по умолчанию просто берет и вот так дверь швыряет и туда заглядывает сразу. Что здесь написано в этот раз? О, ясно, ясно. Так, что там у нас? Цель. Дети не должны бояться своего долга, а восхвалять его как гарантированный вход в рай. То есть это не описывает о том, то, что они их убили. В раю нет боли. Отец дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Бог дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Вы можете не знать, что сами являетесь врагом. Ну, в некоторых случаях, да, психически больные, когда да. Ваш страх – инструмент врага. Ну, в какой-то степени тоже, может быть, да. Господь знает лучше. Не знаю, вот тут можно поспорить. Кит спас Иона от утопления. Привлечь изучить. Чего? Иисус в пустыне с сатаной. Авраам убил Исаака в сердце. Проект. Жребий ангелов. Кто будет врагом? Чё, блин? Что я читаю вообще? Что? А, спрятаться. Почему в пол, когда я смотрю, нажимается кнопка спрятаться? А ну не... Ты дурак, что ли? Ты не мог спокойно спуститься. Чего ты делаешь? У меня последний бинт, по-моему. Я уверен, что придумаю, как
перебраться через забор. Ну зашибись, у меня лечения нет. У меня один бинт остался. Ну телегу натуры, телегу надо толкать. Помолись со мной. Это ты правильно, бойся меня, сейчас перелезу как дам. Так, а можно как-нибудь обойти ее вообще? Так, еще бумажечка. Надо с хрени доходить так, походу. Что там было написано? Погоди. Мисс Карлсон сказал, что нельзя рассказывать о том, что они будут делать. Но она не сказала, что нельзя писать. Пожалуйста, не дайте ему убить меня. Я люблю тебя и папочку. Типа. Грустненько. Блин, давай перелечимся все-таки. Блин, последний бинт потратил. Последний бинт. Так, опять бабулька. Сохранение, по-моему, было, да? Ну, еще дайте дойду, соберу все это. Ух, блин, ну и серии, конечно. Так, а дай-ка я тут так вот сделаю. Тут как-то хорошо, только освещение падает, походу. Вот так вот. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Серия, конечно, знатная. Один скримак прям в середине выбил очень сильно. Из колеи даже. Вот. Заходим в группу, там будут скриншоты, обзоры и саундтреки. Причем будут, они там есть. Там в меню красивые, шикарные, которые я делаю. Даже программу под него написал. Заходим туда, подписываемся, и тоже можно смотреть скриншоты. Всем спасибо и всем пока.